Помните трехглазую рыбу из «Симпсонов»? Оказывается, это не придумка сценаристов. Рыбы-мутанты становятся настоящей проблемой. Они уже захватывают водоемы по всему миру. Дальневосточный карась. В апреле в социальных сетях бурно обсуждалась фотография необычного, выловленного рыбаками карася. Доктор биологических наук Владимир Раков рассказал СМИ, чем может объясняться внешний вид рыбы и стоит ли употреблять ее в пищу. Как отметил эксперт, караси с отклонениями вообще встречаются довольно часто. Интернет полон фотографий необычных рыб. Именно этого карася мутантом назвать скорее нельзя. По словам ученого, вероятнее всего он приобрел необычный внешний вид не из-за генетических изменений, а из-за полученной на каком-то этапе жизни травмы. Возможно, он лишился части головы, когда вырывался из рыбацкой сети. Или, может быть, его голову подправила щука, попытавшаяся съесть карася. Употреблять в пищу такую рыбу в целом можно, если она была поймана в экологически чистом водоеме и если в ней не обнаружили паразитов при вскрытии. Лично Владимир Раков, однако, есть бы ее не стал. Карась – рыба не самая редкая, и лучше поймать другую особь, нормальную, чтобы съесть ее вместо аномальной. Наилучшим решением будет отдать необычную рыбу специалистам, чтобы те ее обследовали и установили, что именно стало причиной такого внешнего вида. Рыба с птичьей головой. Житель Китая выловил какую-то причудливую рыбу, фотография которой мгновенно стала вирусной в соцсетях. С виду может показаться, что это обычный карп, которому приделали голову то ли голубя, то ли маленького дельфина. Странное существо успели снять на видео, пока оно еще подавало признаки жизни. И хотя многих рыба напугала, местные эксперты сказали, что ничего паранормального в ней нет. В социальных сетях начали гадать, на что это больше похоже. Люди даже начали предполагать, что это рыба-мутант, которая превратилась в нечто невнятное из-за повышенного уровня радиации. Акула-циклоп. Акула-циклоп была обнаружена рыбаками во время рыбалки у берегов острова Жака-Кусто, в заливе, также известном под именем Море Кортеса. Мексиканский рыбак Энрике Люсера Леон поймал молодую одноглазую акулу. Ни он, ни его коллеги по снастям еще ни разу в жизни не встречали подобный феномен у акул. Поэтому интересная находка поразила всех, кто вживую увидел это существо. Циклопия или наличие всего лишь одного среднего глаза у акул и других животных вызвано редчайшей болезнью, которая приводит к рождению таких странных существ с единственным глазом почти посредине лба. Циклопия довольно редко встречается и среди людей. Обычно у циклопов отсутствует нос, а на его месте, немного выше, находится большой глаз. Одноглазый малыш был найден возле акулы-самки и ее 9 обычных акулят. Одноглазый альбинос оказался единственным неправильным малышом среди всего приплода. Кстати, взрослая акула-самка, как и ее 9 других детенышей, относится к виду темных белоперых акул. Рыба-мутант из Приморья. Несколько дней назад в приморских соцсетях появилось видео с выловленным местными рыбаками странным существом. Рыбаки демонстрируют улов со всех сторон и называют нечто инопланетянином и чудищем. Однако на деле чудище оказалось безвредным для человека азиатским деликатесом. Это рыба-лягушка, которую в народе еще называют мягонькая, а ученые называют ее оптоцикл или большебрюхий круглопер. Возможно, это самец, так как у самок присоска на брюхе имеет меньшие размеры. При опасности может заглатывать воду и превращаться в шар. Достигает обычно 42 см и весит более 3 кг. Широко распространена рыба-лягушка в северной части Тихого океана. Питается обычно донными беспозвоночными, то есть червями. У нас хозяйственного значения не имеет. Но в Японии ежегодно вылавливают несколько десятков тонн и готовит из рыбы-лягушки экзотические блюда. «В наших водах этот вид относительно малочисленный», прокомментировал удивительный улов доктор экологических наук, главный научный сотрудник ДВО РАН Владимир Попов. Рыба с человеческими зубами. Эта рыба с человеческими зубами носит название паку. Южноамериканская пресноводная рыба
обитающая в большинстве рек в бассейнах Амазонки и Ориноко низменности Амазонии. Паку также добралась до Папуа-Новой Гвинеи, где были искусственно выведены, чтобы помочь местной рыбной промышленности. Паку имеет общие корни с пираньей, хотя у них есть различные привычки и предпочтения. Пиранья – плотоядная разновидность, в то время как паку всеяден, с растительными предпочтениями. Различие очевидно в структуре их зубов. Пиранья имеет острые, как бритва, зубы, тогда как у паку они более квадратные, более прямые и устрашающе напоминают человеческие зубы. Паку используют зубы главным образом, чтобы измельчать орехи и фрукты, но иногда они также едят другую рыбу и беспозвоночных. Паку обычно едят плавающие фрукты и орехи, которые падают с деревьев в Амазонку. Карась-мутант. На Чигиринском водохранилище, расположенном на реке Друдь, на границе Кировского и Быховского районов Могилевской области, рыбаки поймали необычную рыбу. В верхней части тела этой особи, кроме обычных плавников и хвоста, выросли рога. Как отмечают специалисты, данная рыба является обычным серебряным карасем. А его не совсем привычный вид обусловлен природными особенностями рыбы, которая в период размножения может спариваться с другими видами рыб. Чернобыльские самы. Самы в пруду-охладителе ЧАЭС бьют рекорды по длине и весу. Также чернобыльские мутанты ловят и едят голубей. В 30-километровой зоне отчуждения запрещено жить людям. Наиболее загрязненной является 10-километровая зона вокруг атомной станции. Радиационный фон равен 15-17 микрорентген-час. Несмотря на большую концентрацию радионуклеинов в почве и воде, животные здесь чувствуют себя отлично. Особенно самы-мутанты. Туристы не раз видели гигантских самов в пруду охладителя ЧАЭС. Простые обыватели сделали вывод, что именно после облучения рыба стала вести себя по-другому и увеличиваться в размерах. Самы-мутанты, например, обладают большой силой. Гиды говорят, что они вполне могут ребенка затянуть на дно. На видео, представленном ниже, гид рассказывает, что самы выжидают голубей на мелководье. Как только птица подходит близко к кромке воды, то водоплавающий мутант хватает ее и уносит жертву на дно, чтобы съесть. Флуоресцентные рыбки Glowfish. Glowfish – это генетически модифицированные флуоресцирующие рыбки. Первыми рыбками, которые были подвергнуты модификации, были Danio rerio. В результате опытов получили рыбок с красной, зеленой и оранжевой флуоресцентной окраской, которая становится ярче и интенсивнее при синей лампе. Эти трансгенные рыбки также неприхотливы в содержании и миролюбивы, как и обычные особи. Несмотря на распространение мнения о бесплодности или стерилизации генетически модифицированных рыб с целью их нераспространения в природных водоемах, от Glowfish можно получить вполне здоровое и жизнеспособное потомство. Как ученым удалось их создать? В их ДНК встроены фрагменты ДНК медузы и красного коралла. Данио с фрагментом ДНК медузы имеют зеленый цвет, с ДНК коралла – красный. А рыбки, у которых присутствуют оба фрагмента ДНК, желтые. Благодаря наличию этих чужеродных ДНК, рыбки ярко светятся в ультрафиолетовом свете. Первоначальной целью генетических инженеров было облегчить наблюдение за внутренними органами этих полупрозрачных рыбешек. Но фотографию светящейся зеленоватой светом рыбки, показанную на научной конференции, увидел представитель компании, занимающейся разведением и продажей аквариумных рыб. После чего этих рыбок стали продавать в зоомагазинах. Двухголовый дельфин. Тело двухголового дельфина недавно выбросило на берег в Турции. Сросшееся тело плавало на берегу Измира на западном побережье Турции и было замечено учителем физкультуры Тугрул Метином. Мертвый дельфин был детенышем возраста около года, а его длина достигала около 1 метра. У него было две головы, но один хвост. Когда мужчина наткнулся на это существо, он был шокирован увиденным. Сразу после обнаружения двухголового дельфина забрали полицейские и отправили в местную лабораторию для изучения. После серии анализов и тщательного исследования специалисты смогут сказать, каким образом и почему у дельфина оказалось две головы. Пока ученые предполагают, что дельфин представляет собой сросшихся близнецов,
которые погибли в возрасте 1 года. У одного из них были недоразвиты глаза, а в одной из голов было аномальное дыхало, которое было не до конца открыто. В любом случае, такое существо является редкостью, и его изучение, возможно, поможет нам лучше понять морское биоразнообразие. Норвежская рыба-мутант. На днях норвежский рыбак поймал треску весом почти 60 килограммов и длиной с человеческий рост. Отмечается, что пойманная рыба на 8 килограммов больше мирового рекорда, который также, как и этот случай, был зарегистрирован в норвежской губернии Финнмарк. Она была очень тяжелой. У меня даже сломалось оборудование, с помощью которого я пытался вытащить ее. У рыбы был рот такой формы, который я раньше не видел. Это было уродливо. Отметил автор странного улова рыбак Тони Лаурсен. Стоит отметить, что темные воды норвежских фьордов в последнее время особенно часто дарят миру самых причудливых морских обитателей. Не только треска, но еще и знаменитый норвежский лосось мутирует и приобретает сегодня самые уродливые очертания. Друзья, ни для кого не секрет, что YouTube отменил монетизацию. И сейчас нам требуется ваша помощь. Буквально 50 или 100 рублей в месяц будет достаточно, чтобы наша команда продолжала работать для вас, выпуская интересный контент. Номер карты будет в описании. Огромное спасибо вам от всей нашей команды. Пока-пока, на этом все. Подписывайтесь на канал и смотрите другие наши видео. А в комментариях расскажите, какую рыбу вы поймали однажды на рыбалке.